уже через неделю. Результат по сахарному диабету уже первого типа. Девочку я наблюдаю с 15 лет, сейчас ей 26. Она очень тяжелую форму сахарного диабета. Первый тип, иммунный. В общем, очень трудно регулируются сахара. Ей приходилось несколько раз в день делать подколки инсулина. И все равно она страдала то гипергликемией, по ночам гипогликемией. Трудно было подобрать. Она сидела, не могла ни фрукта, ни овоща скушать, строжайшая диета. Качество жизни было ужасное. Депрессия и так далее. Значит, начала она принимать базовый сет, средств особо не было, поэтому чуть позже мы только добавили омегу, коэнзим мы так и не добавили. Значит, прекратились гипогликемические состояния по ночам, стала кушать фрукты, овощи, повеселела, счастлива, мальчик появился, сахара просто стабилизировались. Я просто очень счастлива за этот результат, ребенок реально страдал, уже девушка. По поводу своего сына 15-летнего, он с 13 лет, у меня ТТГ-4,2, это признак такого скрытого, верхняя граница нормы ТТГ, верхняя граница нормы ТТГ 4,2, это норма. У него после 12 лет мы стали замечать 4, 4,2, 4,5, 4,7, 5, и вот в этом году в августе уже выше 5, ближе к шестерке стало идти. Естественно, я как врач и как гомеопат не спешила давать эутирокс и подобные средства, я даже не показывала его эндокринологам, потому что я знала, чем это пахнет. Тем не менее, поддерживала на БАДах, на гомеопатии, меньше 4,2 он не падал осенью вообще. К концу августа он был уже больше пятерки. Начали мы давать минимальный базовый сет. Я 3 месяца боялась давать анализы. Мы сдали анализы в начале декабря. ТТГ 2.